Всем зрителям и подписчикам канала «Уральская усадьба» привет! Сегодня у нас 3 сентября 2017 года. Построили мы теплицу арочную, шириной 2 метра, длиной 4 метра. С одного торца у нас установлена разрезная дверь-форточка. С другого торца сделали откидную форточку. Каркас теплицы сделан из профильной трубы 20 на 20, сверху приварен усилитель карком. Также установлен диагональ укосины. Все это дело стоит на брусе 100 на 100, брус пропитан антисептиком. И брус, в свою очередь, к земле закреплен с помощью колышков. Поликарбонат 4 мм, 0,82 плотность. Самый плотный, самый лучший. Всем зрителям, подписчикам канала «Уральская усадьба» привет! Сегодня у нас 5 октября 2017 года. Построили мы теплицу арочную, шириной 2 метра, длиной 4 метра. С одного торца у нас установлена разрезная дверь-форточка. С другого торца форточка торцевая. Каркас теплицы сделан из профильной трубы. Двадцать на 20 труба, сверху приварен усилитель карком. Для большей жесткости конструкции прикручены диагонали укосины. Вся конструкция стоит на брусе 100 на 100, брус пропитан антисептиком и закреплен к земле с помощью колышков. Поликарбонат использовали 4 мм, 0,7 плотность. Теплица простая, надежная, выносливая. Приветствую всех подписчиков канала «Уральская усадьба». Сегодня 5 октября 2017 года. Смонтирована у нас теплица арочная 2М. 2 метра ширина, 4 метра длина. Свалена с профильной трубы 20 на 20. Стенка 1,5 мм. Полимерно-порошковый окрас светло-серого цвета. Фундамент клиента из досочек сделан и обшит оцинкованным железом. С обоих торцов распашные двери. Укосины для жесткости. Теплица маленькая, но надежная, крепкая. Поликарбонат 4 мм. Заказывайте теплицы. Ставьте пальцы вверх. Лайкайте нас в полную силу. Оставляйте комментарии. Задавайте вопросы. Ответим на любые. Всем пока! Вот на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите комментарии. Всем пока!